Программу сочинского дельфинария по праву можно назвать лучшей в стране. Уже многие сочинцы, гости курорта, знакомы с номерами и трюками, которые исполняют дельфины и белухи под руководством профессиональных тренеров. Попробовать себя в роли последних, к слову, старались звезды эстрады во время телевизионного шоу. И так долго простоять на носу дельфина никому не удалось. Действительно, это колоссальный труд и годы тренировок. Собственно, для млекопитающих это тоже работа. В обычной жизни они не совершают таких трюков и не помашут вам плавниками, как, впрочем, и полакомиться в свой праздник интересные жители морей и океанов не могут. А тут ежегодно на годовщину создания дельфинария, и в свой праздник дельфины получают особые лакомства. Мы готовим деликатесную рыбу, которую как бы им по тем или иным причинам давать мы не даем сейчас в рационе. Да? Это выбрана их самая любимая рыба. Это все равно, что дать ребеночку шоколад, у которого ДТС. Это ни в коем случае делать нельзя, но иногда одну маленькую можно. Кстати, для директора дельфинария 23 июля двойной праздник. В этот день Давид Сагаян отмечает свой день рождения. Поэтому для руководителя, своих питомцев и, конечно же, зрителей тренеры обновили программу, подготовили новые впечатляющие номера. Шоу вообще потрясающе, нам очень понравилось, мы обязательно приедем еще раз. Очень понравилось, молодцы. Идеальное было шоу, уже несколько раз вот ходим, а это эксклюзивное было, как день рождения. Понравилось, очень классно, да, первый раз дельфинарий вообще. Первый раз, да? Первый раз из Санкт-Петербурга. Приехал, да, видит Сочи, да, и дельфины, плавать с дельфинами, фоткаться с дельфинами. Сочинский дельфинарий парка «Ривьера» работает ежедневно. В понедельник два шоу, в остальные дни морских артистов можно увидеть в 11, 13 и 19 часов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.